Так, ну что ж, всем привет, друзья, товарищи, вы смотрите третью серию по прохождению игры Raft. Насколько я помню, она так называется. На чем мы остановились? Мы построили дофига вот этих ситочек, чтобы, ну вы сами не знаете зачем, расширили наш плот, построили второй этаж, посадили две пальмы. В общем, все у нас офигенно. Скоро, я надеюсь, мы разовьемся уже просто до огромного такого замка, и будет просто все чики-пухи. Иди сюда, сразу же трава, вижу я сразу же бочку, и также вижу акулу. Пошла отсюда вон. Пытаемся мы забрать нашу бочку, иди ко мне. Блин, я еще не подцепил. Все, подцепил, иди ко мне. И досочки, отлично. Ой, сколько всего. Так, наверное, надо пока что... Давайте поставим вот здесь вот стены. Вот здесь вот еще этаж продлим. И вот там, наверное, наверху еще поставим дофига этих пальм, высадим. Но для начала нам надо, так, строить, получается, пилоры. Вот, пилор. Так. Выше, кстати, нет, пилор мне пока не нужен. Мне пока нужен вот этот флур. А почему я не могу здесь поставить? Так. А, все понял. Или не понял. Стоп, как я это сделал? А, все понял. Так. Получается, мне нужен... Так, она у меня стоит здесь, да? Тихо. Получается, мне уже вот здесь, наверное, надо поставить пиллар. Или вот здесь. Где лучше, здесь или здесь? Вот здесь, наверное. Так. И ставим мы уже наши флоры. Сюда нельзя поставить, потому что тут пальма. Блин, кстати, косая пальма постоянно, надо ее в следующий раз по-другому как-нибудь ставить. Придется вот так вот обходить ее. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. И вот здесь давайте. Вот так вот будет у нас огорожена опасная пальма. И давайте внизу тоже расширим нашу территорию. Фундейшн, короче. Фундамент. Ой, для фундамента нужны рули. Давайте их сделаем. Отлично. Поставим вот сюда и, например, вот сюда. Так. Так, слышу. Слышу, портит мой корабль акула. Дряхлая. Так, давайте починим. А, это не надо чинить, что ли? Ну ладно. Так. Что? Что я хотел сделать? Да. Я хотел поесть и попить. Водичка, водичка, вода. Бежит на меня, на меня. Ой, я уже даже кашлять начинаю. Это как плохо. А где мой третий стакан? Третий стакан-то я, походу, не сделал. Давайте его сейчас быстренько скрафтил. Как раз вот на стаканчик. Набираем водички грязной. А где? А, вот. И ставим уже готовиться нашу водичку. Ну и давайте, наверное, перекусим. Уже нашей акулой, которую я в прошлой серии убил. Ну и все, в принципе, это уберем. Пока отсюда нафиг. Так. У меня есть. А где рули? Я же их только что скрафтил. Я не понял, я их уже потратил уже. А, да, я уже все расширил. Теперь мне нужен вот здесь вот пиллар. Получается, он мне нужен здесь. Так, это сюда. Сюда. Так, подождите. Мне надо все просчитать. Вот сюда мне нужен пиллар. Почему его не могу поставить? А потому что у меня нету железа. Мне нужно железо. Да блин, пустите меня. Так, здесь у нас нет уже... Отлично, здесь у нас сразу же два... А, нет, одно. А, нет, два. Железо. Еще одно железо плывет прямо через мой плот. И поставлю я вот сюда вот наш пиллар. И пойду уже строить флуры. Извините, что, конечно, я на английском говорю. Ну, как на английском? Коряво, конечно, но, блин, просто... Флуры. Флур это же этаж, да? Вот это просто этаж, как-то не очень говорить, а флур это, знаете, так удобнее как-то. Так, вижу бочку. Бочку мы никогда не пропускаем. Иди ко мне. Отлично. О, картошечка медаль. Кстати, по-моему, пальмы уже можно рубить обе. Сейчас я построю немножко и буду рубить. Так. Сюда, сюда. Сюда, сюда, сюда. Сюда я не могу, да, уже. Так, и получается, в принципе, мне больше территории-то не надо. Поэтому вот так мне пока что хватит. Давайте у меня будет второй этаж чисто растительный. Чего бы нет, а почему бы нет?
будет растительный этаж. Кстати, сейчас давайте стены построим, чтобы... Хочу лучше стены и стены с окнами. Давайте стены с окнами. Они, конечно, подороже немного. В плане предметов. Но, блин, выглядит как-то получше немного. Так. Вот. Так, вот. Так, а почему я не могу? А, вот. А почему я здесь не могу поставить? Чего? 8 из 2. Почему я не могу поставить? Интересно. А, потому что здесь стоит пилор, да? Ну, давайте вот так поставим. Так. И уже... Ну, все, хватит, в принципе, да? Так. Второй этаж, я сказал, будет растительный. Следовательно, нам нужны вот эти штуки. И нам нужно много вот этих штук. Но на них у меня нифига, блин, не хватает. Поэтому давайте отправимся в открытое море добывать наши вещички. Так, вон там много вещей плывет, но, блин, я думаю, я не доплыву до них. А вот до этих я могу допрыгнуть. Пока акула там куда-то уплыла. Собираем. Чёска. А, мне показалось, что крыло самолета какое-то подобрал. Уж больно огромное оно было. Так. Что? А, вода. Быстро пить захотел. Ну, в принципе, воды у меня много. Я не думаю, что я от голода как-нибудь помру уже. Так, тихо, собираем. Нельзя пропускать. Так, зачерпываем воды. И заново ставим ее. Так. Хавать я. Ну, в принципе, можно и перекусить, чё бы нет, чё бы нет. Перекусываем и убираем это нахер, это нам пока не надо. Нам нужны сейчас рули вот эти вот, ропы. Так, все отлично, я могу сделать одну вот эту штуку. Так, вот это не пропускаем, не пропускаем. И ставим уже вот рядышком прям вот, дружненько вот так вот, вот сюда. И садим семечко. Кстати, пропустил, стоять. Стой! Отлично, как я ее поймал! Как я ее поймал? Акула ломает что-то. Где? Ну-ка, подошла, подошла. Разбираться будем. Пожалуйста, хоть бы она не съела. Yes, я успел. А там уже плывет бочка, которую я, видимо, уже не успею догнать, да? Успел. Отлично, отлично. Не можешь не радовать. Так, жизнь наша налаживается. Это чините, насколько я помню, не надо. Так, это мы вырастили, и давайте срубим наши уже пальмы. Или что это, кокосовое дерево? Пальма одно и то же, по-моему. Сколько надо ударов? Получается 10, 13, да, где-то? 15. Отлично, кокосики лишними не бывают. Интересно, можно молодое дерево срубить? Да, можно, но, блин, не хочу его рубить. Чем мне с него, ничего не упадет. Так, кокосы вниз не упали, надеюсь. Отлично, все, в принципе, нормально. И давайте срубим уже эту пальму. Ой, как у нас сейчас много будет материала. Отлично, просто пальмы дают знать о себе. Так, кокосики. Че, всего один кокос? Вот второй кокос. Всего два кокоса. А, вот третий кокос. Ну, в принципе, нормально, нормально. Посадим сразу же следующую нашу пальму. И вот сюда. И будем уже сейчас... А сюда, интересно, можно поставить? Будет. Так, построим первым делом вот это. И уже создадим даже две штучки целых вот этих. Сюда... А, нельзя поставить, да? А если расширить? Давайте сюда пока одну поставим, да? И одну поставим сразу же по соседству с ней вот сюда. И третью, надеюсь, вот сюда влеплю уже. И сразу же посадим. Вот какие мы садоводы. Сколько у меня сейчас будет вещей. Ой, господи! Почка к нам приплыла. Кстати, вот эти штуки тоже полезны очень. Надо, наверное, сейчас их поставить тоже побольше. Так, как она, вот так вот, да, называется? Ой, три руля надо. Ой, травушка, иди ко мне. Ты мне сейчас очень нужна, не поверишь. Что мне еще нужно? Мне нужно, в принципе, сейчас только трава. Давайте. Вот все две штучки, и отлично. Хватает, да? Хватает. Ставим уже следующую штуку. Отлично, теперь у нас больше будет прибыль. И на меня движется бочка. Иди ко мне. Твою мать. Твою мать. Да, блин. Все, иди ко мне. Отлично. Все у нас идет хорошо. В принципе, здесь даже, по-моему, лучше жить, чем в городе. Я здесь сам себе король, сам себе властвую. Что хочу, все мое здесь. Так.
Что я хотел? Так, это у нас само соберется. В принципе, давайте соберем. Черт. Неудобно, конечно, немножко сделали. Поставим еще одну вот эту штуку, да? Грядочку, скажем так. Ой, 4 руля аж надо. Ну-ка. Так, кстати, надо вот здесь вот продлить немного, а то неудобно ходить. Вот это. Даже для этого нужен руль, блин. Мне он сейчас так нужен сильно, без этого. Вы еще. Ну ладно, давайте. Просто не. Потому что удобно было ходить. Я уж поставлю, наверное, вот так вот. Все. Теперь мы уже будем копить на. Так, семечко у меня как раз есть нормально одно. Будем уже копить на. Блин, что это пропало? На грядку. Следующую. Так, сколько там надо рулей? Получается 4, да? У меня 0. Отлично. Зашибись. Нужна нам трава. Раз трава, два трава. Считайте, есть один руль. Так, досочка. Тоже лишней не бывает. Еще одна травушка. Так. Получается. Вот так. У нас уже есть две штучки, да? А надо 4. Ну давайте. Что у нас здесь? Доски. Железяка. А, хочу пить. Хочу пить сильно. Что-то я даже не слежу за этим датчиком. Ну, как хорошо, что у меня вода всегда, в принципе, есть. Это вообще не проблема. Ой. Так, можно? Прикольно. Так, ладно. Давайте поставим нашу воду. По-моему, я там траву пропустил, которая мне сейчас очень нужна, да. Отлично, в принципе, мои штучки справляются, сеточки с этим. И ничего не пропустил. Ставим. Готовится, и давайте перекусим уже нашей акулой. Недоеденной. Так, трава и трава. Отлично. Я надеюсь, мне уже сейчас хватит. Пошла вон. Что, где кто грызет? Ну-ка, убирайся. О, вот сейчас. Давай быстрее, кали, кали. Ой, я убил акулу, наконец-то. Все. Теперь у нас дофига опять мяса, которое можно ставить свободно и смело жарить. Иди-ка ты сюда, и иди-ка ты сюда. Бочка. Очень важная штука. Все, отлично. Так. Ой, бочку пропустил, ну и насрать на нее. У меня сейчас другие дела. Ставим мы уже вот эту штуку. Опять не хватает, в смысле? А, все. Ставим. Теперь надо выбрать, куда я поставить. Скорее всего, второй этаж. Как я уже сказал, это будет растительный этаж. Где у нас эта штука? Вот она, да? Вот сюда. Влепляем. И уже посмотрите, сколько у нас пальм. Просто как я сейчас заживу прекрасно. Садим нашу пальму. И, думаю, заканчиваем на этом. Я с вами, ребят, не прощаюсь. Впереди много нового и интересного. Ставьте, пожалуйста, свои лайки. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. О, как запрыгнул я. Мне будет очень приятно. Ну а с вами был Хитмас. Всем удачи.